первым пошел Рома. Военные мосты, резина злая, лебедка, двигатель, дизель. А тут мелко, спокойненько. Так, у нас еще такая вот игрушка есть. Тоже мелко. УАЗик без лебедки. Дальше едут Саня. Едем по воде. Ну, воды немного. Вот и выехали на сушу. Да-да-да. УАЗик на белках, лебедка, блокировки все четырех колес. Итак, Симачи, УАЗик без блокировок. Пробует проехать. С первого раза прошел, красавчик. Ждем следующих. Есть вот здесь маршрут, и есть вот тут маршрут. Вот здесь будет интересней. Ну ладно, вот здесь будет интересней. Проверим сейчас резину FBL 160, да? На блокировках приличный такой подъемчик с входом. Какая машинка вот. Проехал, красавчик. УАЗик стандартный, без блокировок. Единственное, тут колеса нарезанные. Опа! Ой-ой-ой! Назад! Красавчик! Смотри, чтоб не тащило! Красавчик. Он же без блокировок, да? Да, без блокировок. Стандартный. Резина, тележка. Но препятствие. Первое пробует баги. Следующий у нас УАЗик. Проехал, отлично. Дизелек. Опа, нырнул хорошо. Легко. Так, пробует. Нет. У нас УАЗик в стоковый. Ай, молодец! Овации! Дальше протягивай, дальше! Все, все, поехали!
Симачи без блокировок. Оп. Плюхнулся. Спокойно. Так, у нас еще нарисовывается интересное место. Такая вот здесь грязюка, клея. И выезд. Очень интересный выезд. Ну, на блокировку уже выехал. Вот без блокировок здесь будет немножко сложновато. Сейчас посмотрим. Тут вплоть даже вот до сюда кто-то уходил, пытался выехать. Чё, как говнище? Да, первый такой. Колесо какое большое стало. Смотрите. Прям такая плюшечка. Намотало глины. Так, еще одна жижа. Сейчас будем преодолевать такого криминального. Тоже спокойно должен проехать. Такая вот здесь неприятная глина. Так, а здесь у нас стаскивает клею вот эту вот, пытается вырулить. Вырулил. Сейчас будет ехать по глубокой колее. Так, стандартный у нас отжигает без глушителя, плюс 10 мощности. Куда ехать-то?
Плохо завелся. Заводись заново. Вон там объезд. Вон там объезд, вот. А там по клее. Там просто клея. Пойдете наверх. Ребята решили по клее пройти. Так, а тут у нас нарисовался Супермен на крыше УАЗика. Видеорегистратор. Да, живой видеорегистратор. Поехал не по стандартной клее. Тоже такое интересненькое, слабенькое место, очень скользко, можно просто кататься вот так вот. Так, первый самоблок, он тоже как по льду. Синхронное вождение. А вот здесь начинается интересное. Надо туда! Здесь он не проедет. Простой, стандартный УАЗик. Потому что здесь глубокая клея. Маневры начинаются. Объезжают палки, ветки. Опа! Выехал, красавчик! Так, у нас вот тут интересно происходит. Попрыгунчик! УАЗик, попрыгунчик. Пацаны, я вот почти вас толкаю. Нормально, нормально, проедете. Я вот их помогаю им, помогаю потихоньку. Глубокая колея. Белки. Пройдет. Ничего такого здесь нет. Мостами цепляет, придет.
на лайте с сигаретой в зубах вообще. А вот этот вот может на мосты подсесть, так как у него колеса размер поменьше. Вот это место вот. А нет, первый УАЗик прогреб, прогардировал, и все, все встало отлично. Так, у нас сток почти. Объехал. Ребят, самое что интересное, вот все места, которые мы проезжали, и вот эти машины вот добрались до сюда. Костер покажет, костер дымит. Видимо, дальше решили пешком на тыш идти. Вот. Эти вот. Так, а наши штурмуют дальше. Здесь вот такая вот разбитая дорожка. Марат! Ну здесь будет решать мастерство водителя по аккурату. Кто-то муж ходом возьмет. Но здесь обрыв там вот. И лучше, конечно, потихонечку, помаленечку. Такой вот участочек здесь. Так, первый пошел. На грани перебьешься. Рома! Повтори! Я с другого ракурса сниму, повтори! Так, здесь свес очень получается большой у машины. Ну вот это тоже, конечно. Нормально, водила хороший. Сейчас будет очень опасно. Очень опасно будет. Лазит просто на грани. На дыбы встал немножко, на одно колесо. Никаких лишних газулек. Профессионализм. Марат, со всех ракурсов сфоткай пока. Так, у нас УАЗик застрял. Прилично застрял. Такой вот здесь вот подъемчик. Надо было сюда, блядь, ехать. Да, наверное, надо было сюда. Сука, неправильная поездка. Клево сидишь. Коварное местечко. Ну, видите, да, вот какой наклон градусов, наверное, 35 есть. 40, может быть. Тут, кстати, дверь сейчас открывается, как на подводной лодке или на... подводная лодка, да? Как в танке. Эвакуация. Подъехал дизель. Сейчас будут эвакуировать. Здесь очень прилично. Так, следующий будет пробовать. Дало всего меня грязью. Что-то не получается. Больше хода надо. Можно посмотреть, что у него. Да, бензин ушел. Под брюхом. Саня размышляет, что-то случилось.
трезвый, наверное, поехал. Что-то пошло не так. Плохо завелся. Тут у нас еще на маневрах случилось. Еще один УАЗик. Куда-то. Давай, Ром, запускай. Куда-то. Давай, назад. Назад. Решил. Не надо, стой на месте. Не надо. Стой на месте. В болото. Бля. Здесь вот чуть не ушел в воду. Зацепили за УАЗик. В этом месте артефакты тоже есть интересные. Спортивный глушитель, да? Спортивный. Классика. Классика. Да. Осадочка. Почти новый. Почти новый. Осталось подварить. Так, у нас едет УАЗик за спасением другого УАЗика. Здесь не все так просто, конечно. Белки, ребята, решают. Очень опасно находиться. Эти пули скатываются, у него тормоза вообще нету. Нету. Пизда, блядь. Так никогда не будет. Сильный рывок. Нет. Тут у нас пассажиры в белых кроссовках поехали. А, Nike Air Max, блядь. Тогда вторую вруби, вторую. Так, попытка номер. Какая-то там уже со счета сбился. Все, вытащили. Не заводится. Моли его водой холодной. Есть вода, да, есть вода. Нихуя не решаем качает. Проблему. С насосом побой. Иду посмотреть, что за внедорожный клуб оставил тут свои машины. Костер пожгли, покушали, наверное. Так. Ижевск. Пацаны с Ижевска приехали. Свободное движение. Пороги поотваливались.
видно, да? Тут части подшатали машинку. Не Васик. Ну, порубились пацаны. Сузуки. Ну, не вариант, короче, на ехать по такой дороге на таких машинах. А как обратно? Наверное. Ну, сюда. Тут, видать, тут присел. Долго бухали тут, похоже, делают. Дали спасение. Пошла баги. Слушай, тут интересно будет. Этому человеку сегодня все скучно. Тут, короче, вот еще один артефакт, да? Один глушитель был. Это что такое? Какая-то накладка? Это расширитель арок. Нива. Нива. Там вот колпак нашли, глушитель. Короче, сейчас мы соберем новые автомобили, поедем домой. Вот артефакты. Сейчас еще бак найдем где-нибудь. По-любому. Бензином. Как гупрошка, да? Так, у нас следующий. Белки. Не смог. Так, будет пробовать стоковый. Так, у нас на подходе синий УАЗик, Симачи. Ну, я думаю, что не выйдет без блоков. В таких местах блокировки, конечно, помогают.